Продолжается утро в Петербурге. Наш город продолжает готовиться к годовщине, к юбилею полного снятия фашистской блокады. И российские школьники теперь в прямом смысле смогут погрузиться в историю. В Петербурге региональное отделение «Волонтеры Победы» представило VR-проект, который позволит подрастающему поколению с помощью современных мультимедийных технологий, вот таких вот очков, не просто изучать жизнь, быт, работу жителей блокадного Ленинграда, а наблюдать в виртуальной реальности взаимоотношения, размышления о жизни и войне. Как разрабатывался курс? Кто принял в нем участие? Прямо сейчас нам расскажет Алексей Моисеев, руководитель Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Алексей, здравствуйте. И Вера Викторова, руководитель корпоративного университета Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Вера, тоже доброе утро. Алексей, Вера, здравствуйте. Да. Итак, в канун 80-летнего юбилея в открытом доступе немало фильмов, видеоматериалов. Зачем школьников решили погружать в прошлое с помощью виртуальных технологий? Наша задача была в первую очередь коснуться сердец, чувств школьников. И, конечно, одно дело, когда мы смотрим фильмы, общаемся с ветеранами, слышим живые истории, читаем учебники. Но абсолютно другое дело, когда мы погружаемся в пучину тех событий, когда мы идем по улицам, когда мы видим вот эти вот разрушенные здания. И, конечно, VR-технология выбрана потому, что она позволяет пережить опыт отчасти, который непосредственно пережили наши прабабушки, прапрабабушки. Давайте я попробую погрузиться как раз вот в этот виртуальный мир и поможем это сделать и нашим зрителям. Я немножко подкорректирую очки. Ага, вот так. Сейчас вы увидите и то, что видит школьник. При помощи джойстика я могу управлять, да, правильно? Да, абсолютно верно. То есть наш гость, да, наш ученик оказывается вот в этом виртуальном мире. Сейчас вы находитесь в штабе МПВО. Ага. Да, это противовоздушная оборона, которая защищала наш город в годы блокады. Вот, и как раз-таки здесь, наводя вот на такие курсоры, вам открываются какие-то уникальные письма, какие-то уникальные документы, в которых вы можете ознакомиться больше с историей. Это лишь одна из частей, которую мы здесь показываем. Также мы можем пережить судьбы людей, которые действительно были отсняты нами, то есть это все актеры, которые снимали по настоящим вот историям, которые мы взяли у ветеранов Великой Отечественной войны. А блокада длилась практически 900 дней. Вот скажите, какие основные события отражены в этом проекте? Вы знаете, наверное, сказать, что отражены основные события, их дают в школе. А наша задача – дать интерес школьникам к проекту, к изучению истории, поэтому здесь мы больше идем через судьбы людей. Давайте еще посмотрим вот один фрагмент. Вот как раз-таки вы сказали, что принимали участие актеры. Как это все выглядит? Наша станция находится на улице Зодчего Рося. Знаю, имя такое Зодчего, название сложное. Как только ее не называют. То Зайча Роща, то Зощенко России. По сценарию курса в роли ведущей выступает Таня Савичева. Ее сыграла ученица одной из гимназий Петроградского района. И она как раз прямой потомок Тани Савичевой. Вот расскажите, как жила ее семья и как в ней передавалась память об этих блокадных днях? Абсолютно верно. Действительно, это вышло случайно. Мы проводили конкурс сочинений, и девочка стала абсолютным победителем. И мы абсолютно случайно за разговором с мамой узнали, что она является прямым потомком Тани Савичевой. И как раз-таки мы предложили ей записать скринкаст. То есть это такой анбординг, когда вы заходите в меню проекта, да, вам рассказывает голос девочки о том, что же будет происходить, готовит историю. На самом деле история семьи уникальная. Я думаю, знают ее абсолютно во всем мире. Да, и для этой семьи крайне важно донести, что есть такой, к сожалению, такое мнение о том, что вся семья погибла. Да, но это не так. Да, это не так. Выжил брат, да, Михаил, который оказался перед блокадой в Псковской области. Он единственный, вот, кто выжил, и его вот линия семьи Тани Савичевых, она как раз-таки вот
сейчас продолжает, да, рассказывать правду. И вот девочка как раз-таки во всех эфирах рассказывает о том, что она Савичевы живы, Савичевы не умерли. Вера, петербургские школьники уже смогли оценить этот курс. Скажите, какими впечатлениями они поделились? Ну вот на самом деле удалось достичь действительно задумки проекта. Школьники делятся впечатлениями, эмоциями и говорят, что они действительно сейчас смотрят немножко иначе на те факты, которые читали в учебниках. Некоторые на самом деле даже вот трогаются историями до слез. Понятно, что у нас не было задачи травмировать детскую психику, то есть там нету никаких ужасающих прям событий, но живые истории, живые рассказы, вот эта вот боль каждого, а на самом деле боль всего Ленинграда, она трогает сердца наших школьников. И, конечно, это касается их чувств. Давайте еще один фрагмент посмотрим, чтобы передать эту историю нашим зрителям. Два медного времени. Поэтому я тебе объясняю, что ключ к счастью – это всегда любовь и доброе сердце. И неважно, война за окном или нет, мы должны держаться вместе. Так, это учительница блокадного Ленинграда. Да, учительница блокадного Ленинграда Надежда Васильевна Строганова, которая как раз-таки в годы блокады была учителем в детском доме, и она рассказывала душещипательную историю президенту в прошлом году о том, как она спасала детей, и о том, как был авианалет на их детский дом, и они, вопреки всем требованиям на тот момент правительства города, они выпустили детей, чтобы их спасти. И она буквально в самый последний момент сумела забежать в подъезд. И в этот момент попала бомба в детский дом, и все, кто в нем были, погибли. Вот так вот спасали, да, судьбы. Ну, вообще, нужно сказать, что в первый год блокады, самый такой тяжелый год, в Ленинграде работало 39 школ. И, конечно же, низкий поклон всем учителям, которые не оставляли свою работу и спасали детей. Да, и здесь вот именно как раз-таки школьники, которые мы пытаемся через школьников доступны языком школьникам рассказать вот историю блокады. Спасибо большое за проект, который вы делаете. Мы надеемся, что как можно больше ребят при помощи новейших технологий будут погружены в блокадную тему. Рад видеть, да, в нашей студии. У нас в гостях был Алексей Моисеев и Вера Викторова. Спасибо вам большое.